40 процентов. Вообще тянулась к этому часу. Премия по экономике за 2013 год ее получили трое американцев: Ларс Питер Хансер, Роберт Шиллер и о росте националистических настроений. Собираются делать дальше, что вы... Это по-другому, это по-другому. Чекайте, что я отдаю индекс. Выхвалях Радио Свобода, а зараз до большую тему. В Сполучених Штатах по-ранейшему застається погроза дефолту. Не глядеш, на сколько республикатов... Аби отримати соціальну допомогу, ми повинні перезагрузити. Ви вже будете в районі? А коли туди приїхали націоналісти, от, собственно говоря.